Я хочу, чтобы вы знали, что наш Бог – благой Бог. Даже не сомневайтесь в этом. Бог благ, и Он желает благословить вашу жизнь. Это ваш день. Это ваше время. Прямо здесь и прямо сейчас Бог прикасается к вам. Иисус пришел в этот мир, чтобы дать вам ключ к успеху. Неважно, кто вы и где вы находитесь, Иисус – ваш ответ. Спасибо Богу за то, что в этом мире есть отцы, у которых в груди бьется сердце Избавителя. Я должен сказать вам это. Будут дни, когда ваши дети будут показывать себя не с наилучшей стороны. Вспомните себя, когда вы были ребенком. Да, то же самое. И вы никогда не захотите подумать, ну вот, началось. Все, они не получат наследство. Не вспоминайте его имени при мне. Но не делайте этого. Лучше закалите откормленного теленка, принесите лучшую одежду. Возможно, ваши дети валялись у свиного корыта, но я скажу вам, они вернутся к милостивому Отцу. Если внутри вас милосердное сердце, то для них будет путь домой, будет доступ, будет вход. В сердце Отца есть милость, оно имеет высокие стандарты, оно имеет и милость, а милость превозносится над судом. Когда в вашем сердце соединяется истинная милость, значит у вас замечательное сочетание.